Привет! В сегодняшней рубрике «Забавные факты» я расскажу тебе про носорогов. Их можно часто встретить в уже знакомом тебе парке дикой природы Лёва в Кении. У носорога очень толстая и удивительно чувствительная к укусам насекомых и солнцу кожа, поэтому они часто валяются в грязи. Когда грязь засыхает, то она защищает кожу носорога от ожогов и укусов. Вот такой вот необычный способ придумали эти милые звери, чтобы не обгореть и не быть покусанными различными насекомыми. А если тебе интересно узнавать забавные факты и о других животных тоже, то подписывайся на наш канал и смотри новые видео этой рубрики каждую среду.